Ну, зато хисперис до сих пор цветет, бабочек радует. Ну и не только бабочек. Моя любовь говорит, убери ее с дорожки, подоткни чем-нибудь. Я говорю, а что она тебе очень мешает? Ходишь, ходи. А причина на самом деле в том, что я ее посадил, ну, как бы не очень подумав. Там флокс неплохой сорт, а здесь лилейник. В прошлом году он сидел в тазике до осени. Я их рассадил в конце концов. В общем, если я этот хисперис подниму, он затенит лилейника.